Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать учителя на день учителя. То есть, что нам понадобится для этого? Я буду рисовать ручкой, потому что карандашом я сделала набросок, и поэтому сейчас я буду рисовать черной ручкой. Начнем мы с лица нашей учительницы. Теперь мы переходим к одежде. Рисуем воротник. Учительница у нас будет в пиджаке, так что мы начинаем рисовать уже пиджак. Это рукава такие вот у пиджака. И рисуем. В руке у нее будет. Она будет держать учебник с линейкой. Thank you.
И рисуем теперь сам учебник. Который держит у нас учительница. И тут же рисуем линейку. Линейка у нас такая будет длинная. Дальше продолжаем рисовать пиджак, рукава. И пуговички такие. И рисуем галстук. Какой у нас галстук получился, и продолжаем рисовать юбку. Учительница у нас будет одета в туфлях, там мы рисуем ей туфельки. Такие у нее туфли будут. И еще одну туфлю вот здесь рисую. На каблуках. С каблуком вместе. Такая у нас учительница получилась, которая держит в руках учебник и линейку. Мы нарисуем ее сейчас стоящей у доски. Здесь будет доска такая большая, школьная. Она стоит напротив доски.
Продолжим, я разукрашиваю глаза. И рот я дорисую красненьким. Пиджак у нас будет желтого цвета. Thank you.
осталось ей туфли только разукрасить. Туфли у меня будут синие. Как вы видели, стены я разукрасила в школе розовым цветом, а доску школьную с салатом таким зеленым цветом. Такая у нас получилась учительница. Поздравляю я всех учителей с их праздником, с Днем Учителя.